Приветствую вас, друзья! Продолжаем прохождение Rome 2 Total War за Рим у микрофона Римас. Что ж, в предыдущей серии, как вы уже помните, мы планируем, наконец-то, добить этих ребятишек, именно галлики, а после уже будем действовать, будем смотреть, куда бы нам пойти. Я думаю, наш план все еще остается в силе. Давайте лучше сдадим ход, а потом уже... Потихонечку, кстати, вот насчет наших агентов. У нас вроде бы, да, здесь два агента также и остались. И мы можем их задействовать. Прекрасно. Можно сделать отравление пищи. Пущена возможность. Из поражения они извлекли бесценный урок. То есть денежки ушли безвозвратно. К сожалению, это так. Я попытаюсь сегодня сделать как максимум такую хорошую серию, где будет хотя бы одна битва. Ну, не знаю, ребят, не знаю, как получится, потому что у нас, в принципе, есть две полноценных армии. Если мы оставим эти близлежащие территории, то вообще с порядком, да, проблем у нас не будет с ними. Действительно, это так. Меня это радует. Поэтому можем потихонечку выдвигать своих бойцов на наших будущих врагов, да? А прежде давайте их выдвинем сюда. На ускоренный марш, и, конечно, это рискованно, но, с другой стороны, мы пока ни с кем не воюем, нас никто не попытается перехватить. Тем более эти войска... Вы слышали, да? Это наш агент поднял свои навыки в очередной раз. Радует, радует, конечно, это же хорошо. Это же хорошо. Алисипо тоже процветает город. Здесь мирный договор. Они предлагают 2200. Ну, Бьефы все еще предлагают свои договора. И... My honorable master would have me talk of gold. A lump sum would ensure his good opinion. Очень интересно. Очень интересно. Смотрите, как... Я даже не знаю, как это заценить прям. Но они воюют со Спартой. То есть, если мы их сделаем протекторатами, то они смогут нас втянуть в войну против греков. Я не знаю, нам, наверное, эти протектораты вообще не нужны. Тем более, они из Гарамантиды в хороших отношениях у нас со Спартой. Так себе, да? Ну, Спарта с Афинами в хороших, зато они с Ардиенами, с Ардиеями, с Даурсами. А с бревками Бьефы, ну Бьефы с нами еще воюют. Не знаю, не знаю, как это будет выглядеть. Давайте мы, наверное, откажем. Не, откажем пока. Посмотрим. Видите, сразу искусственный интеллект знает, видит, что мы такие жесткие ребята. А у нас политическая составляющая просто на высоте. Нам все доверяют. И... У нас так прям все хорошо идет. Даже некоторые ребята в комментариях говорили: о, все, компания уже неинтересна. Когда все хорошо, то это неинтересно смотреть. Ну, ребят, не знаю. У нас и были и плохие дела когда-то. Но мы шли дальше, дальше. Так, идеал. Ну, я понимаю, вы привыкли, как я... привыкли видеть, как я тут сливаюсь. Ну, мне иногда приятно, когда я выигрываю. Так, броня осадных... Так, нет, нам это не надо. Броня это нам не нужна. Давайте мы, как в предыдущей серии, я помню, мы планировали изучить налоговую ставку плюс 6. Устный контракт. Вообще с порядок всей провинции плюс 4. Отлично, вот это вот мы и выучим. Так, здесь мы... Прекрасно. И давайте посмотрим, как мы с ними вообще... Как мы с ними... Какие у нас отношения с галликами? Что-то я заговариваться начал. Ой, у нас с ней... Давайте все это дело. Отлично. Отлично. Видите, как это все прекрасно выглядит? То есть у них есть враги. Кто, интересно? Бои. А бои... А где они, кстати, эти бои-то? Бои вроде бы с нами тоже враждуют, да. Мы их втянули в эту войну, теперь мы скоро объявим им войну. Давайте для приличия, наверное, завершим ход, а потом уже будем
делать наступление. Я не знаю, потому что, ну, как бы, чтобы не попортить свою дипломатическую, свой дипломатический статус. И, конечно же, сейчас враг попытается разбить, то есть задействовать своих агентов против наших провинций, против нашего полководца и армии. Это тоже надо учитывать. А многие, кстати, мне в комментариях: о, Римас, как ты терпишь этих агентских игр? Ну, ребят, у нас сложность очень высокая. На легенды это вообще нереально. То есть один агент, когда проходит к вам, то просто за один ход у вас все здания разрушены. Вот это вот очень, как бы, очень обидно смотрится, потому что одним агентом это невозможно сделать. Возможно, может быть, там другие агенты, из которых мы с вами их не увидели, но... тоже. То есть, если посмотреть с точки зрения реализма, и я не слышал в истории, чтобы один агент сжег весь город. Как-то так, да. Может, он там сожжет запасы зерна. У нас смерть на поле боя. Харизма заход. Это кто у нас? Дом Юлиев. Шанс ранить так, вражеских агентов. Это кто у нас? Дом Юлиев. У нас все дом Юлиев, а здесь Юниев. Да. Давайте харизму заход возьмем. Это у нас легион. Я уже забыл, где он находится. Повышение ранга. Кстати, скоро грядет обновление. Также осенью, как в прошлом году, когда эта игра вышла. Игра, я напомню, вышла 3 сентября 2013 года. И хочу вас обрадовать, то, что в этом обновлении пока еще ничего не известно. Но единственное одно, то скоро будет семейное древо. Возможно, будут новые здания. То есть вся механика геймплея, все изменится. И нам обещают, что будет намного интереснее играть. Сами знаете, да, семейное древо все просили, все поклонники, все фанаты серии Total War. Тем более в первом Риме. Много есть, чего не хватает во втором Риме. Вот так вот, в принципе, я могу выразиться. Давайте мы отправим своих бойцов вот сюда. Грядет большая, огромная война, друзья мои. Здесь у нас Квинт очередной раз поднимает свой навык. Политика, авторитет плюс один, убийство и гражданство, гражданское хозяйство. Налоговая ставка плюс 5%. Конечно же, мы это дело начинаем ему изучать. То есть он уже изучил их и... Короче, перк попал у него. Что-то я замудренно как-то пытаюсь пообщаться. Это что за херня? Это Сиракузы. Сиракузы как-то непонятно себя ведут. Меня тоже друзья говорили в комментариях, то что Римас, обрати внимание на Сиракузы. У тебя в Риме все пусто, все так слоупочно выглядит, что это дело может спровоцировать новых врагов, а именно твоих бывших союзников. Как вы знаете, бывший друг — это лучший враг. Как-то так, да. Худший враг, вернее. Злейший враг, во. Поэтому обращаю внимание на это. То есть у нас, в принципе, есть здесь один всего лишь легион, третий, который охраняет наши границы на севере в Галлии. Есть, конечно же, тоже новый легион, это такие новобранцы наши, ну, довольно опытные это у нас претарианцы, которые охраняют наши итальянские земли. Ну, одним легионом мы сможем всего лишь задержать натиск врага, их наступление, если они вообще будут. Да, давайте мы, наверное, этих разобьем. Сейчас будем в кошки-мышки играть, конечно, но все же. Разбиваем их. Тяжелая победа, как это... Не, я, наверное, разыгрывать не буду. Давайте вот так вот добьем их. Убьем врагов. Я думаю, враг должен уже просто... Нет. Боевой дух всех отрядов плюс 2%, рвение... Общий порядок. И отправим его в док. Что ж, вроде бы пока у нас все хорошо идет, все по плану. Враг, конечно же, скорее всего, додумался. То есть наш будущий враг, да, куда мы сейчас с вами отправляемся. Они уже, скорее всего, догадались. Gold freely given and gratefully accepted is a blessing from the gods to all. Конфедерация Галлов предлагает нам военный союз. Тем самым они хотят, чтобы мы укрепили свой договор с золотом, звоном.
Давайте посмотрим, проанализируем это дело. То есть у нас неприятие культуры и договоры с RDA. У них с RDA, как вы уже, наверное, знаете, вообще плохие отношения. Если... Вот они, кстати, эти ребята. А почему договоры? То есть они с RDA в хороших отношениях, даже лучше, чем с нами. А, нет. Это... Как-то неправильно, да, показывает скрипт. В общем... У нас с RDA лучше отношения, чем с конфедерацией галов. Это у нас нерви, да, бывшие. Ребята, вы что-то реально загнули. Давайте мы вам вот так вот сделаем. О, нет, не хотят. То есть у нас в казне 52 тысячи с чем-то золотых монет. И нам следует сейчас или никогда принять свое решение. То есть они с конфедерацией галов. Германцы, вернее, они союзники. У них военный союз. Так, нет, это оборонительный союз с даурсами и с нами. И конфедерация галов хотят с нами. А давайте примем. Тем самым мы укрепим свои позиции именно на севере. Если, конечно, у нас будет гражданская война, то я надеюсь, что конфедерация галов нас... они нас не предадут. Конечно, мы идем вопреки всей истории, всех исторических событий. Это игра, тут... исторический механизм, порядок нельзя никак сделать. Я уже пытался это делать и в Первом Риме. Договор о ненападении. Гарамантида предлагает нам, и они требуют. Нет, мы с ними нарочно ухудшили отношения. Это тоже подготавливаем такую почву, да, чтобы у нас был такой вот небольшой плацдарм. Военное поле, где будут наши бойцы проходить и сметать все на своем пути. Рано или поздно мы до туда и доберемся. Но прежде, наш тайник это раскрыт, то смотрите, как я вам уже говорил в начале серии, то есть враг пытается задержать наших бойцов. Конечно же, мы его попробуем переманить, принуждение. Задержим вражеский агент. Ну, вот так, ну я думаю, нормально. Давайте посмотрим, какие у них войска. Это первый, это второй, это у нас... морской. Я думаю, будет хорошая идея, если мы сделаем отравление пищи и посмотрим, как это выглядит. Конечно, исход не такой же большой, который мы хотели получить, но я, к сожалению, не прокачал этого агента, как мне говорили в предыдущих комментариях, что вот Римас, ты только слоупок, ты можешь прокачать своего агента именно вот по линии отравления. И там получится, что один раз, если ты сделал отравление армии, то у них больше половины просто реально пропадают люди. Они умирают. То есть твой яд становится намного эффективнее, чем это обычно бывает в твоих слоупочных сериях. Я полностью соглашусь, потому что я как-то не обращал внимания. Может быть, я не знал. Я не отрицаю это. Действительно, может быть, я не знал, я никогда не практиковал это дело, поэтому скоро, как будет у нас новые агенты, как эти вымрут, мы уже их будем потихонечку начинать обучение именно в это направление. Ладно, займемся пока грабежом. А, подождите, если мы будем заниматься грабежом, я насколько помню, то у нас с дипломатией будет доход от всех, так, общественный порядок, боевой дух, содержание, дальность. Ну, я где-то читал, может быть, на официальном форуме, то, что если мы грабим другие государства, с кем мы не воюем, то к нам другие фракции начинают относиться более, как сказать, то есть отношения просто ухудшаются. Поэтому давайте не будем это дело делать, а просто сдадим ход, просто будем стоять рядом с твоими двумя стеками. Вот мы вот так прошли, да, и встали. Это как вот, видели прикол в видео, там чувак, они там сидят, девушка и пацан, да, там общаются. И один перед ним сел и стоит, и на них смотрит прям свои рожи. Те не поймут, чего хочет. Типа, чувак, ты чего хочешь? Ну и как бы и задать вопрос они боятся, потому что у него там такая рожа. Протокольное. Так, Родос нам предлагает договор о ненападении. У них хорошие отношения, можно так, относительно, со Спартой. Нет, с этими не надо, да? И в оконцовке, то есть, и эта парочка боится, да, спросить этих людей, там, этого чувака, там, у него протокольная рожа, как я говорил. И, типа, что такое? Что они хотят? Вот мы тоже, типа, так встали. Так, запретить усыновление. А, разрешить. Запрещаем, конечно же. А, поддержка сенаторов, да и хрен с ними.
Повышение ранга, повышение ранга, повышение ранга. Боже мой, сколько у нас людей повысили свой ранг. Так, у нас все в порядке, все нормально, все по-ништяковски. Что ж, друзья, пора уже, наверное, выступать. И непонятно, куда делся еще один стек. То есть, о, у нас здесь еще первый легион. Как я забыл. И мы можем их здесь перехватить. Смотрите, они на ускоренном марш куда-то. А это, конечно, очень большая ошибка. Друзья мои, это огромная ошибка. Вот как раз пора уже атаковать этих ребят. Так, рушить мы ломать ничего не будем, потому что мы уже сейчас скоро захватим. Диверсия в войсках удалась. Прекрасно. И попытаемся переманить. Все-таки задержан враг. Вражеский агент. Так, не попал. Очень интересно. Получилось, то что сейчас мы должны сделать эту атаку. Так, подстрекательство, перехват приказов, авторитет. Разведка, военная разведка, шанс на успех у вражеских агентов минус 6. Это действие. Так, контрразведка, шанс обнаружить скрытых агентов войска плюс 10%. Либо скрытность, манипуляция. Убийство. Вот правда я не помню. Вот вы, ребята, говорили, что вот, отравление. Какую ветку надо учить? Я потом прочитаю там в комментариях. Говорили, да? Ну, вы мне можете напомнить и здесь. Я не знаю, не помню как. Ну ладно, я пока изучать не буду. Сделаем так. Сделаем, друзья мои, так. Атакуем. Так, у нас есть конфедерация германцев, есть конфедерация галлов, есть сиракузы. Присоединились они? Они присоединились к нам. Осаждаем пока. Так. Прекрасно, то есть мы сейчас можем полностью осадить и это дело тоже. Что ж, друзья, давайте мы на этом с вами завершим эту серию. Я просто глубоко извиняюсь, прошу прощения, мне просто ехать надо реально. Сейчас вот прям через минут 10 уже надо быть одетым. С вами был Римас, подписывайтесь на канал. Я надеюсь, что вам понравилась данная серия. Конечно, не получилось сделать так, как я вам как бы предполагал, что в серии будет много крови, все, нет. Пока мы не успели, но мы зато извлекли из этого такие вот небольшие политические, тактические ходы. Подготовили себе почву и как раз, видите, вот такой благополучный момент. Мы поймали врага за одно место, да, и сейчас мы его подхватим и из засады, и там. А то есть просто одним ходом мы завершим все дела с ними. Подписывайтесь на канал, ставим дизлайки или лайки, без разницы, ребят, ставим. Самое главное, ставьте оценку, это как бы вот так вот Римас продался, то есть он продается вам, да, он говорит, что вы ставили лайки либо дизы, это прибавляет рейтинг каналу. Продажный Римас, какой позор!